Техніка з трикутником появилась на території Російської Федерації. Невідомо, чия техніка. Пане Романе, нашим глядачам відразу хочу попросити, аби поставили лайк, підписались і прокоментували. Курська область, пане Романе, сьогодні 8 серпня, четвер. Бачимо, техніка заходить, яка не належить точно Збройним силам Російської Федерації в цій області. Ну, если не купили в военторгах в Судже, то, скорее всего, техника наша, а уже опознавательные знаки здесь в зависимости от команды, которая была которая была дана. Техника, понятно, что если заходят несколько батальонов тактических групп, скорее всего, так и есть. Площадь контролируемая, которая сейчас контролируется войсками нашими и не контролируется россиянами, ну, как минимум 10 на 10 километров. Это работа, ну, не менее, там, допустим, двух батальонно-тактических групп, а то и бригады. А может быть и с усилением и второй бригады, потому будем следить за развитием ситуации. Но сейчас можно говорить о том, что российские войска эту территорию не контролируют, по крайней мере, вот этот квадрат 10 на 10. Есть информация, что движемся дальше, по крайней мере, диверсионные группы заходят, минируют направление движения или фланги для поддвижения. Общая пока ситуация на данный момент такова, что россияне пытаются отреагировать, но у них не получается. Те силы, которые были подведены, российские, они, часть из них разбежалась, авиация, несколько бортов было уничтожено, потому авиация тоже тише стала. Пытаются КАБами накрывать, но КАБы в движущиеся колонны, они ж не попадут. Это корректируемая авиабомба, которая идет, как и, в принципе, те же «Искандеры». Они идут по целям стационарным, то есть ей надо привязка к местности при движении. А в этом, кстати, и есть смысл ухода от авиационных бомб такого уровня, корректируемых, с идущих по ГЛОНАССу. Это движение, постоянное движение. Это то, что и происходит на этом направлении. Под контролем сейчас как минимум развязка по железной дороге на Белгород, развязка электролиний, мы это уже говорили, 330 киловатт, это как минимум от Курской атомной, которая идет, тоже подпитывает Белгородскую область. Контроль над ГИС Суджа, это газоизмерительная станция, она единственная, которая дает вход в Украину. То есть, в принципе, задача выполнена. На первом этапе, как минимум, разведки боем задача выполнена. Какая она будет, эта операция со стационарным, допустим, с базированием на этой местности, с лучшими позициями оборонительными для СУМ, для наших СУМ, либо она будет временная, то есть, допустим, дальше начнем двигаться, или в режиме разведки боем, то есть зашли, выполнили задачу, отошли. Все будет зависеть от реакции россиян. Пока реакции никакой. Если, в принципе, похоже на какое-то такое серьезное истерическое замешательство в российских военных кругах, потому что, в принципе, за сутки, уже вторые сутки пошли, могла быть однозначная реакция по этому нашему движению. Зависли, россияне зависли, то есть что-то происходит у них там в системе, думают, как лучше отреагировать. Оптимальный вариант для них – это снять резервы с Восточного фронта, остановить там наступательные действия по одному из направлений и перебросить в район Суджи. Вот они этого пока не делают. То есть, а для нас это был бы самый лучший вариант. По крайней мере, это было бы как минимум выполнение задач. Пане Романе, те, що вчора ви і прогнозували, і казали. От, власне, в Суджі є газовимірювальна станція. І от, до речі, повідомляється, знову ж таки, ворожі пабліки, що вона повністю під контролем Збройних сил України. Побоюються, як варіанти, давайте проговоримо варіанти, чи вони можливі. Залізниця на Білгород також контрольована, ну, йде до контролю, скажімо так. В Курчатові знаходиться атомна електростанція, і от самі ж воєнкори російські кажуть, що до неї залишилось, ну, як залишилось, це багато насправді, 60 кілометрів. Цілком можливий варіант, що це буде як тема для переговорів щодо Запорізької атомної електростанції, або ж можуть якісь будувати операції Сили оборони України зараз біля Запорізької атомної електростанції.
Ну, дело в том, что было понятно, почему мы, в принципе, угадали то, что мы будем контролировать. Выйдем на ГИС, на ГИС Суджа, это газоизмерительная станция. Ну, грубо счетчик с насосами, которые считают, сколько кубометров прокачивается по трубе. Было понятно, когда определились уже направления вдоль трубы. Газовое – это правильное решение было нашим главкомом принятое. Идти вдоль трубы газовой, так как россияне по ней это бить не будут, это точно, она на их территории находится. Для них это очень важно, они получают за счет этого прокачиваемого газа, они получают львиную долю выручки «Газпрома». Сейчас у них осталась всего лишь одна труба. Вторая труба, которая в Украину заходила, она в районе Луганской области. То есть по этой трубе россияне в одну сторону качают газ, а в обратную сторону получают большие деньги. Потому они, естественно, бить по ней не будут. А двигаться вдоль трубы, допустим, того же Сырского научила еще операция по Харькову, если помните, в 22-м году. С Балаклеи пошли на Купинск. Так вот, шли вдоль трубы, только аммиакопровода. Аммиакопровод Тольятти-Одесса, он как раз идет с Тольятти идет на Валуйки, с Валуек на Купинск, Купинска на Балаклею, чуть южнее уходит на Одессу. То есть, по большому счету, правильно выбранная тактика. Враг будет осторожничать, потому что для них и одна, и другая труба – это довольно-таки серьезные экономические потери, если они их разрушат. Потому мы вчера, в принципе, и проговорили, то есть проанализировали, что будет, скорее всего, выход именно на ГИС Суджу. Так и произошло. Но там, по-моему, помимо того, что сама изменительная станция, там рядом идет серьезная линия в 330 киловольт на Белгород. То есть ее контроль как минимум сейчас у нас уже есть. Если надо будет, рубильник там поставим, будем разговаривать с белгородскими властями. И идет железка тоже в сторону Белгорода, то есть тоже важно. Дорога Норильск, с Суджи Норильск, это дорога в сторону еще одной площадки, где у россиян расположены войска в этом районе. Климово-Клинцы. Вот за Рыльском, если дальше посмотреть на северо-запад, Климово-Клинцы практически под белорусской границей. Эти два военных объекта, там Климово, это старый аэродром, я уже как-то говорил, летал там, курсантов учили с Конотопа, потому знаю хорошо эту местность, и Рыльск, самой собой, это наши зоны полета были. И Клинцы, в Клинцах большая военная база, которую россияне могут использовать, так как и Суджинскую базу в сторону Сум могут использовать со стороны Клинцов и Климова в сторону Черниговской области. То есть вариант этот есть, потому была перерезана еще и дорога Норильск, как раз вот эти вояки с Климова, с Клинцов могли через Рыльск попасть на Суджу. То есть это уже, наверное, проминировано, то есть в этом смысле быстро отработали. Дальнейшее развитие событий будет зависеть напрямую от действий россиян. Причем любое их действие, оно пойдет им же во вред. То есть мы сейчас, у нас беспроигрышная практически позиция. Если они сейчас снимут резервы с Восточного фронта, то, считайте, мы выполнили задачу и бросят в сторону Суджи. Тогда мы останемся на тех позициях, на которых сейчас есть, или отойдем на оборудованные позиции для обороны. Если этого не сделают, то, в принципе, развитие ситуации может быть так, как прогнозируют российские блогеры, сейчас опасаясь за судьбу Курской атомной станции. Там по поводу переговоров, договоров, это такое. Это бабка надвое сказала, почему? Потому что переговариваться с кем? С россиянами. Да с ними на одном поле картошку не сядем садить, а не то, что там где-то договариваться. Потому я думаю, как таковые переговоры, они не светят ни одной из сторон. А движение самой, контроль, допустим, не так Курской атомной, потому что это все-таки атомный ядерный объект. Нам это не нужно, мы не террористы, мы ж не россияне, в конце концов. А вот контролировать распределение, то есть станции, которые распределяют электроэнергию, это однозначно нужно и можно. Самое интересное, если отключить эти станции, то Курская атомная, они и 4 своих реактора, там 4 гигаватта мощности по гигаватту реакторы, 4 гигаватта мощности как минимум остудят до уровня холодного останова. А это значит, ляжут около 5 областей по электроэнергии. Это очень важно.
потому что в основном как раз атомной ядерной энергетикой питаются основные военные производства, металлургические комбинаты, а там у россиян, мы уже говорили, у россиян очень большое количество медкомбинатов, они перешли в последнее время, в основном ушли от способов мартеновских, доменных, перешли на электросталеплавильные печи, цеха, и индукционные печи стоят, и дуговые, то есть жрут очень много электроэнергии, если выключить Курскую атомную, это ляжет большой куст в производстве военной техники России. Это для нас очень важно. То есть не так для переговоров надо выходить, там, менять Запорожскую на Курскую, это ни о чем. А вот остановить, вырубить электроэнергию с Курской атомной, это, да, это может быть одна из задач, на которую нас, в принципе, могут пригласить сами россияне, если они сейчас не снимут давление с Восточного фронта, не перебросят в эту сторону резервов несколько десятков тысяч человек. Пане Романе, хотів би ще навести деякі факти, і чи це є ознака того, що Російська Федерація не зовсім очікувала таких подій, які розпочалися 6 серпня. Суть в чому? Що на кордоні, на контрольно-пропускному пункті Суджа здалися як мінімум 40 їхніх військових в полон. Правда, я не знаю, чи це є строковики, чи інші якісь формування. Але також відомо, що по втратах техніки точно вони, кажуть, наші військові в цьому районі, крім гелікоптерів напередодні, втратили і Су-25, а ми показували з вами нашим глядачам, що дуже низько і дуже близько до бойових дій ці сушки літали, плюс також знищені танки, мінімум 3 танки, і що цікаво, 2 з них були знищені на тралах, бо їх намагалися доставити. Чи правильно розумію, що це просто були екстрені дії росіян, тому що вони от перекидали ці танки, якщо вони були на тралах, ну і на контрольно-пропускному пункті відразу як мінімум 40 здалися в полон? Я не просто так уже второй год говорю, що направлення на Москву, это северное направление, в крайне пуганых идиотов. Там вообще нет ни одной воинской части. То есть проскочить на Москву, похоронить Ленина и вернуться обратно можно в течение суток. И не встретим нигде сопротивления. А вот почему россияне эти 600 километров границы считают границей, а не линией фронта, здесь еще большой вопрос. Здесь придется разбираться, скорее всего, нашей контрразведке. Если посмотреть на линию фронта, уже сколько раз тоже об этом говорил, но этого не бывает просто так. У нас война, получается, заскользкая. Вот если бы россияне не двинулись на Харьков, они, в принципе, не должны были этого делать, то мы 2 года воюем за Осколом, называется. Вот они зашли в 22-м году, заскочили на Киевщину, на Черниговщину, Сумщину, а потом оттуда выскочили после 27 марта, после договорников, которые были в Стамбуле. Причем так интересно выскочили, что оказались за Осколом. Причем от Оскола на восток идет война, а от Оскола на запад грибочки собираем. Я за грибочки уже миллиарды раз говорил. Реально ходили и собирали. То есть, причем с одной и с другой стороны. И вот получается у нас интересная была война. Донбасс разрушается в ноль, а сторона от Оскола на запад, это северное направление на Москву. Там даже грибочки собирают, стоят пограничники, у нас там переходы работают, и торговля идет вдоль и в поперек. То есть очень интересная война, которая почему-то стала такой после 27 марта. Еще раз повторюсь, тут работать контрразведки и работать. И вот эта линия границы в 600 километров, в конце концов, она должна была же когда-то загореться. Почему? Потому что не бывает такого, чтобы одна страна воевала с другой на каком-то узком участке фронта. Это как какие-то патриции придумали Колизей такой, и там бросают гладиаторам какую-то железяку, чтобы они там себе воевали друг с другом, ограничив поле боя, так называемое. Так вот это было такое ограничение интересное. И, естественно, россияне, это как раз подтверждает ваши слова о том, что россияне абсолютно на расслабоне, не ждали никаких операций боевых на этом участке фронта, потому что они были уверены, что какие-то договоренности будут срабатывать. Какие договоренности, с кем эти были договоренности, они однозначно есть, это 100%. 600 километров границы со стороны россиян не голые.
Если бы уже давно, еще в 22-м, а надо было в 14-м разворачивать, не строить эту лесенку Яценюка или стену Яценюка, а конкретно разворачивать боевые действия, у нас бы не было никаких вторжений бы, у них даже мысли бы не было вторгаться. А вот сейчас, на данный момент, это всего лишь на 10 километрах фронта, а там 600 километров границы, на которые не проходят боевые действия, кроме как вот в Харьковской области. Так вот, еще таких 600 километров направлений, там страна непуганных идиотов. И эти действия надо проводить даже просто для того, чтобы обозначить линию фронта, линию боевого соприкосновения, чтобы служба медом не казалась тем же жителям Брянской, Курской и Белгородской областей, то есть, ну и дальше в сторону Москвы, Орловской и так далее и тому подобное. То есть эти вопросы надо однозначно начинать. Как закончится эта операция? Ну, еще пока большой вопрос. Почему? Потому что, опять же, 10 километров по ширине фронта, там, ну, пусть чуть больше двух батальонов тактических групп, это, честно сказать, на данный момент ни о чем. Это просто показать, обозначиться, что мы куда-то пошли. То есть для того, чтобы разворачивать боевые действия, ширина фронта должна быть километров 100. Это как минимум. А дальше растягивать ее до 600 километров и обозначаться где-то лет на 10, обозначаться как линию фронта всю эту границу между Украиной и Россией, которая еще... А это направление на Москву в крайне пуганых... Пане Романе, і, до речі, про реакцію. Спочатку Кремль, Марія Захарова, представниця МІД, каже, здивувала, тому що, і це в Штатах назвали цинічною, іронічною заявою, тому що вони закликали звернути і засудити увагу звернути і засудити діяння київського режиму в Курській області. Це от кажуть представники МІДа. США кажуть, що це цинічно. Саме з Курської області заходили війська Росії в Україну, а тепер вони кричать, щоб світ на це зреагував. Ну і багато хто посилає МІД Росії до Організації Об'єднаних Націй. Там хай плачуть, хай розкажуть. Але якщо серйозно, то реакція в США. Речник Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що США не отримували від України жодних попереджень, що вони будуть робити подібні операції. Інші речники Білого Дому кажуть, що Україна сама вирішує кожного дня на тактичному рівні, що робити на полі бою із ворогом. І щодо зброї, їхня політика не мінялася, що от на Курському, наприклад, напрямку американську зброю використовувати не можна, але вони акцентують, що вони не знають, що і як там відбувається. Это как раз подтверждает мои слова о том, что договорняк однозначно был мировой по поводу того, что Курская, Белгородская и Брянская области, они вроде как неприкасаемые. И граница не поле боя, то есть не линия боевого соприкосновения, а граница. Потому россияне так и отреагировали. А нас-то за что? Ну типа Донбасс разрушаем, а здесь же договорились не воевать, так а нас за что? И вот потому они обращаются, опять же, к Соединенным Штатам. Скорее всего, туда же и ведут все эти линии, вернее, ниточки договорников Бернса, Салливанско-Байденовских. А так как с Байденом сейчас не сложилось, черный лебедь пролетел. Естественно, эта хромая утка, она уже не может влиять на определенное управление ситуацией, а тем более договорники, которые были раньше с Москвой, соблюдать. Потому что уже другие силы выходят на арену, и никто эти договоренности соблюдать точно не будет. А россияне пытаются достучаться, так сказать, до тех участников этих договоренников, рассказывая о том, что их, оказывается, украинские войска начали щемить по направлению в сторону Москвы, на священную корову. Понятно, что посылать их можно только не в ООН, а по курсу русского корабля. Это оптимальный вариант. Они знают, куда они там были неоднократно. Их уже все туда посылают. Потому у них сразу будет реакция правильная. То есть особенно Захарову. С этим противозачаточным лицом можно туда посылать по 10 раз в сутки. Пане Романе, також по Криму є інформація наступна. Вчора ми говорили, що головне управління розвідки провело не вперше операцію.
на косі біля Кіндербурзької коси. Також повідомляють наступне, що є дивного роду детонація і вибухи в районі Армянська північніша. Якщо не помиляюся, населений пункт там є Філіпове, якось так. І там детонували, дуже потужні вибухи були. А також довелося росіянам зупинити залізницю між Джанкою і Сімферополь, тому що десь 6 серпня, зараз вони лише підтверджують, також був потужна детонація снарядів на цьому напрямку. Там є аеродром Яковлівка, вони використовують його, там железка дійсно йде з Джанкою на Сімферополь, це та железка, через яку с Керчи через Керченский мост везется военная амуниция. В Джанкое она сортируется в три стороны, на Мелитополь, на Армянск и на Симферополь. И вот там где-то посередине пути Яковлевка, аэродром, который россияне используют еще и как место рассредоточения для боеприпасов. В этом районе созданы такие рампы погрузочно-разгрузочные, и они могут этот аэродром использовать в качестве склада. Естественно, туда наведываются либо наши ракеты, либо, скорее всего, наши беспилотники, и включая в том числе и склады под Армянском. Вот такая серьезная вторичная детонация, и сейчас пришлось россиянам вывозить оттуда жителей нескольких близлежащих сел. Но это только дело времени, когда все такие склады, а их там очень много. Они Крым напичкали практически в три слоя, напичкали боеприпасами, естественно, их некуда деть, их не размажешь ровным слоем по Крыму. Они их пытаются сейчас где-то сохранять на каких-то открытых площадках, понимая, что будет подрывы, и уже на открытой площадке намного проще их или тушить, или потом, по крайней мере, обеспечивать безопасность. Потому для нас сейчас основная задача – это выявление таких мест. Если есть возможность нашим украинцам, которые живут в Крыму, сообщайте о расположении, они будут менять эти места, то есть будут перемещать эти склады, пытаться, по крайней мере, сообщайте. Наша разведка отработает, после доразведки туда прилетит или несколько беспилотников, или несколько ракет. Ну а дальше уничтожение такими действиями, о которых мы сейчас и говорим. Пане Романе, Північно-Атлантичний альянс продемонстрував кадри, на яких наші пілоти навчаються на F-16 вже тепер в Данії. І що цікаво, наші хлопці та дівчата дають інтерв'ю, один із них. Він розповідає про машину F-16, що вона хороша, що успішно навчається. Але цікава річ, він також зазначив, цей наш пілот, який навчається, що не варто забувати про наші міги. Тому що вони також цікаві, як він каже. Пане Романе, яка ситуація, власне, в нас зараз на 24-й рік саме з радянською авіацією, саме з мігами, і наскільки вони справді ще можуть демонструвати роботу на лінії бойового зіткнення? За счет большой плотности ПВО противника пока ни один самолет не может работать по России, над российской территорией или над оккупированной территорией, так как будет уничтожен, сбит. Сначала надо завоевать превосходство в воздухе, уничтожить ПВО, зачистить ее по максималу и удерживать истребители противника на определенной дальности за счет уже своей ПВО. То есть этот процесс, в который будут включены, естественно, F-16 за счет дальних систем обнаружения и ракет, которые могут на дальностях больше 100 километров перехватывать российские самолеты, ракеты и уничтожать ПВО противника. А вот после того, как F-16 будут доминировать в воздухе, задача будет в основном как раз как истребителя, как перехватчика для удержания превосходства именно в воздушной сфере. После этого можно однозначно и нужно, не просто можно и нужно, это основная задача будет F-16. После этого дать возможность работать МиГ-29, Су-27, Су-24, Су-25, Су-25 штурмовик, Су-24 фронтовой бомбардировщик, МиГ-29 и Су-27 это многофункциональные истребители, которые могут работать в качестве бомбардировщиков и штурмовиков, как и те же F-16. Л-39 даже могут использоваться, учебно-тренировочные могут использоваться в качестве штурмовиков, имеют две точки подвески, могут нести неуправляемые реактивные снаряды или авиабомбы. То есть, по большому счету, у нас есть как минимум 5 модификаций самолетов, типов самолетов, которые могут выполнять боевую задачу, но только после того, как F-16 завоюют превосходство в воздухе, не дадут сбивать наши
старые советские самолеты, они еще могут полетать и не один десяток лет, продлевают сроки эксплуатации узлов агрегатов самолетов, и у нас очень много есть авиационных бомб как раз для этих самолетов. То есть ФАБ-250 очень много, тысячи бомб, авиабомб, мы просто не можем их доставить. Сейчас доставляем их с помощью джедамов, но опять же, для того, чтобы обвесы к 250-ке подвесить, ее надо же еще поднять километров на 10 высоты, подойти километров на 50 к линии фронта, а мы этого сделать не можем, российское ПВО нас сбивает. Ну, то есть мы даже этот механизм использовать не можем. А после того, как отодвинем линию, рубеж, опасные рубежи по перехвату, после этого будет возможность работать нашими старыми советскими самолетами. Пилота у нас, если поскрести по сусекам, только правильно подойти надо к этому, надо вспомнить, что у нас тысячи пилотов в Украине. Они сейчас, правда, воюют и в пехоте, и в танковых войсках, и в артиллерии, и где только их нет. Летчики с налетами сотни и тысячи часов на боевых самолетах. Их можно поставить в строй, но это надо правильно еще раз подойти. Несколько раз говорил, военно-воздушные силы должны быть воссозданы, руководить должен летчик. Тогда народ потянется, оставит танки и минометы и потянется обратно на самолет. То есть тогда можно будет использовать в полном объеме весь наш авиационный парк. У нас каждой модификации самолетов есть минимум 1-2 эскадрильи. То есть общее количество самолетов в районе сотни. Мы их практически все сохранили в день удара в 22-м году, 24 февраля. Все самолеты взлетели в этот момент, удар произошелся по пустым аэродромам, потом сели на аэродром рассредоточения, теряли летчиков, царство им небесное, теряли борта, естественно. Но нам наши партнеры восстанавливали потери. Сейчас у нас такой же практически парк самолетов, как был в начале войны. Потому, ну, а летного состава, я уже сказал, у нас 2 летных училища штамповали в свое время по 400 истребителей, летчиков-истребителей в год. То есть посчитайте там за десятки лет, сколько у нас летчиков в Украине. Пане Романе, також хотів би згадати по східному напрямку просування ворога біля Турецька і Покровська. Наскільки ситуація тут критична, і чи от ви згадували про те, що, можливо, Росії доведеться шукати резерви для того, аби стабілізувати ситуацію на Курську. Чи можна розраховувати, що просування росіян через події у Курську саме на східному напрямку можуть уповільнитися? Це, так сказати, наша задача. Якщо вона буде виконана, можна вважати, що тоді операція по Курську була успішною. Для того, чтобы не дать противнику сосредоточиться на основном направлении, растягивают фронт специально, либо перед ударом, либо во время удара, либо обороняясь, либо наступая. Растяжка фронта уже видна. И в районе Кинбургской косы, мы не просто так говорили, Тендерской косы, работают наши ребята и Артан Гуровский, и морская пехота, силы спецоперации, и военно-морские силы там стараются оттянуть россиян на юг, на южный фронт. Ну и по северу сейчас ребята начали работать в районе Курска. Это как раз задача для того, чтобы россияне резервы растянули, то есть бросили какие-то часть на юг, понимая, что может быть атака по Скадовску. Это один из основных портов российских там, на этом направлении. Ну, естественно, перебросили войска на Харьков. Это, кстати, сейчас уже другая ситуация. Россияне начали в мае Харьковскую операцию, надеясь, что нас растянуть по фронту. Да, у них это получилось, часть войск была снята с Восточного фронта, переброшена, 92-я наша любимая, переброшена из-под Часовьяра под Харьков, остановили движение россиян, и сейчас увеличивающееся количество наших войск на этом направлении и уменьшающееся количество российских войск создает проблему уже для россиян. Они попали в ресурсный капкан в Харькове, им сейчас сюда надо будет перебрасывать войска. Плюс на Курское направление перебрасывать придется резервы. Это значит, они в принципе по логике военной должны снять резервы с Восточного фронта, допустим, там из-под Часовьяра, Торецка или Очеретина, и перебросить их на северные фронта, уменьшив плотность войск, естественно, уменьшив давление, потому что каждая подразделение, которое уйдет из-под Часовьяра, оно ж не будет на него давить. То есть
На это и есть расчет, на это будем ждать решения россиян. Здесь от них сейчас все зависит, как они дальше будут двигаться. А ситуация по Востоку, она, кстати, ухудшается, она не улучшается, она на данный момент ухудшается. Давление увеличивается, возможностей у россиян сейчас становится больше. Почему? Потому что они плацдармы увеличивают. В районе Очеретина сейчас разворачивается. Они каждый день там по 100, 200, 300 метров выдавливают наши войска, пытаясь расширить плацдарм, причем расширить его под дальнейшее движение и на Покровск, и на Карловку-Курахово, на юг, в сторону Угледара, и в сторону Белополья, это уже на северо-запад, через дорогу, через трассу на Константиновку, Ну и сейчас серьезная ситуация в районе Торецка, они практически полностью захватили сейчас уже Нью-Йорк, нам пришлось отойти, мы уже говорили с вами, отойти из предполагаемого котла, выровняли фронт. В принципе, правильное действие, отход был управляемый. Это не бегство было, это был управляемый отход. Выровняли фронт, спасли ситуацию. Но ситуация непростая. Давление продолжается. Для того, чтобы его остановить, в эту сторону надо сейчас будет посылать дополнительные резервы, боеприпасы, FPV-дроны, ну, то есть заниматься однозначно Восточным фронтом. Иначе мы каждый день за победными реляциями в районе Суджи типа контролируем 10 на 10 квадрат. Забыли то, что мы теряем каждый день сотни метров по фронту, сотни метров на Восточном фронте. Мы на данный момент продолжаем терять Донбасс. И это об этом надо и говорить, и понимать, и стучаться к нашему военно-политическому руководству. Мы это видим. То есть вот эти действия, недостаток военной мощи нашей на Восточном фронте, это видно, причем невооруженным глазом. После того, как сняли команду Залужного, мы постоянно теряем на Донбассе территорию. То есть до сих пор новая команда не перехватила здесь инициативу на Восточном фронте. Пане Романе, і, до речі, от Зеленський вніс до Верховної Ради ще один законопроект щодо множинного громадянства. Як це можна оцінювати і що ви про це думаєте? Ну, это статья 4 Конституции Украины говорит о едином гражданстве Украины. Потому любые такого вида законопроекты, ну, они как-то смешно с одной стороны выглядят, хотя смеяться нам сейчас не до смеха, конечно, потому что так же смешно выглядел законопроект о продаже земли, который противоречит Конституции Украины. Земля принадлежит народу Украины, непонятно, как они ее продают, вернее, понятно, как они ее продают, непонятно тех людей, кто ее покупает, потому что раз противоречит Конституции, земля вернется обратно в собственность государства, в собственность народа Украины. Здесь та же самая картина. Противоречащий Конституции закон, он однозначно следующей властью будет оспорен и обнулен, потому все эти товарищи, которые пытаются сейчас схитро так сделать на этом двойном гражданстве, они просто потеряют украинское гражданство и может еще и попасть под определенное уголовное преследование. Особенно тех, кто сейчас будет за это все голосовать. Это прямое нарушение Конституции, это раз, и это удар по суверенитету Украины. Непосредственный удар по суверенитету Украины. Почему? Потому что если взять, допустим, двойное гражданство, вот навскидку берем какого-нибудь депутата украинского, у которого есть и украинское гражданство, украинский паспорт, и израильский, допустим, паспорт. Так вот, где он должен служить? Он в Цахале должен служить или в вооруженных силах Украины? Ну, то есть, если он получил уже два паспорта, то он либо под уголовным преследованием должен быть в Израиле, потому что не служит в Цахале, либо будет под уголовным уже преследованием в Украине, потому что не служит в вооруженных силах Украины. Как можно такие законопроекты выносить, вообще непонятно. Тем более, что как раз вот если касаемо того же Израиля, вот такой растяжки по Израилю, так там еще специально в этом законопроекте лазейка как раз для израильтян оставлена. Можно получать гражданство, двойное гражданство тех стран, которые не голосовали против вывода войск из Украины в 2014 году после захвата Крыма. То есть интересный такой подход подвели. То есть не те, которые голосовали за, допустим, вывод российских войск, а те, кто голосовал против, не получат
не могут получить гражданство. Это как раз в это... В этот промежуток получаются те, кто не голосовал, или те, кто, как израильтяне, израильская делегация, опоздал. Я уже столько раз говорил. Опоздуны. Опоздали, скорее всего, бились с таксистом за сдачу тогда, в этот момент, когда надо было голосовать за вывод российских войск из Украины в 2014 году. А теперь по этому закону израильтяне могут получать украинское гражданство. То есть вот такая интересная лазейка. Как раз, скорее всего, сейчас мы, кстати, посмотрим, как будут голосовать эти народные депутаты, у которых в кармане два паспорта, украинский и израильский, это точно, как раз под эту тему. Но это посмотрим. Сейчас это будет такое ярко выраженное показатель расслоения нашей власти, политической, в Верховной Раде, кто и как будет голосовать. Ну а по поводу президентского законопроекта, скорее всего, канцелярские крысы, а кто ему законопроекты готовит? Канцелярские крысы, там тоже, скорее всего, есть по два паспорта уже в кармане, а может и по три, еще и аргентинские где-то на затылке прилеплены. То есть и для них это очень важно. Но этот вопрос будет решен после смены власти, это однозначно, потому что Конституцию надо восстанавливать. Надо, новая власть будет восстанавливать Конституцию как минимум год, наверное. Почему? Потому что эта власть, которая не украинская абсолютно, ни один бы украинец. Представьте Фарион, если бы кто-то ей сказал, что надо голосовать за двойное гражданство, что бы она сказала? Царство ей небесное. То есть ни один украинец, настоящий украинец, не будет за двойное гражданство. Нам не нужны паспорта других республик. Для нас важен суверенитет. А именно суверенитет будет нарушен Украиной уже, если у нас будет внутри страны граждане других государств. Представьте себе венгров с двоим гражданством, которые будут жить на Закарпатье. Потом будем еще с той стороны боевые действия разворачивать. Или, допустим, татар крымских с турецким гражданством. Представляете, что потом еще будем с Турцией за Крым биться? Это нарушение, еще раз повторюсь, нарушение суверенитета в чистом виде подачи этого законопроекта. Искать надо, опять же, генератора случайных чисел и случайных идей в канцелярии. Канцелярская крыса какая-то основная, этот генератор. И вот вылился в такой законопроект, который подсовывают президенту, естественно, от него подачу. Он его и не читал, наверное, даже не знает, какие там пункты. Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нагадаю, сьогодні 8 серпня, четвер. Обов'язково, як завжди, підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк і поділіться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимося в ефірі 24 каналу.